В общем, дополнение к нашему репортажу недавнему о открытии фонтана. Вот мы видим двух женщин, которые пришли на фонтан, чтобы насладиться видами. Вот видите. Ну, в общем, вот так вот. Вот, вот паха. Паха удаляется. Вот там еще людей много. Только жалко, камера не приближает. Там уже играют с детьми, с собаками, с котами. Все на благо народа. Да. Голосуйте, голосуйте, не забывайте. Новые лидеры, новая Украина. Номер один в бюллетене, он же единственный в бюллетене. Все, единственный в бюллетене отселено Павла. Я на правах его зама закрываю дополнение к репортажу о открытии фонтана Павла Селина. До свидания.